Сегодня ночью на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург произошло разбойное нападение на сотрудников ГАИ. Один милиционер погиб, есть раненые. Все подробности нам сообщили в Пермском управлении Следственного комитета при прокуратуре. На 155-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург неустановленными лицами совершено нападение на стационарный пост ГИБДД «Ирин». Нападавшие около 5 человек в камуфлированной форме застрелили из ружья сотрудника ГИБДД и завладели автоматом Калашникова и пистолетом ПМ. Затем открыли огонь по автомашине ГИБДД и зданию поста. Ворвались внутрь здания, где открыли беспорядочную стрельбу. После чего нападавшие скрылись в лесу. Следственными органами Следственного комитета по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного управления. Проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Старший помощник руководителя Следственного управления СКП по Пермскому краю по связям со СМИ Ирина Незнамова.